Всем привет, с вами Андрей. Вы находитесь на канале Велострана Обзор. Сегодня поговорим с вами о велосипедном замке U-Grip Bordeaux 5700 от компании Abus. Данный замок относится к типу сегментарных цепей и обладает повышенной степенью защиты вашего велосипеда. Личинка замка также обладает повышенной степенью защиты от взлома. А сегменты цепи выполнены из стали и покрыты виниловой оболочкой, чтобы ваш велосипед не царапался. Вес замка составляет 830 граммов, а обхват его 80 сантиметров. Таким образом, замок прекрасно подходит для использования в городе со специальными велосипедными парковками или заборами и вряд ли подойдет для пристегивания велосипеда к дереву или столбу. Сегменты цепи удобно складываются, сам замок помещается в специальное транспортировочное устройство, которая крепится на раму велосипеда, в штатное место для флягодержателя или в любое место на раме при помощи специального хомута. Задняя часть транспортировочного кейса прорезинена, чтобы замок не скользил по раме велосипеда и ваш велосипед не царапался. Также в комплект входят два ключа, поэтому в случае утери у вас всегда будет запасной вариант. От себя отмечу, что по сравнению с любым тросовым замком, данное решение обладает повышенной степенью защиты, поэтому вы можете оставлять ваш велосипед надолго без присмотра. А благодаря специальному транспортировочному кейсу вес замка не чувствуется при езде. Несколько слов о бренде. Немецкая компания Abus – одна из немногих, профессионально занимается велосипедной защитой, поэтому устройством этой компании можно доверить охрану вашего велосипеда. Если вы хотите более подробно познакомиться с данной моделью, приходите в любой из магазинов «Велострана», где наши консультанты помогут сделать вам правильный выбор.